Ух, еще бы чуть-чуть. Мне показалось, что я сейчас и впрямь вступлю в Легион Мертвых. Может, ребро треснуло, но наверняка не скажешь. Все болит. В любом случае, долго я болтать не могу. Может, мне надо вернуться? Как бы это глупо ни звучало, вдруг я смогу что-то сделать. В старинной крепости Кэл-Хирол там что-то происходит. Думаю, порождение тьмы готовят армию. Легион вышел на разведку, но Кэл-Хирол оказался слишком твердым орешком. Случилась бойня, и в живых осталась только я. Именно так мы и думали. А заскочим туда, уничтожим порождение тьмы и вернемся к ужину. А тут бац, и все. Порождения тьмы изменились, стали смышленей. Они уничтожили Легион. Я видела, как они схватили кого-то из женщин, и решила, что мне такая участь совсем ни к чему. Что? В самом деле? Разве я не сказала, что Кэл-Хирол — смертельная ловушка? Почему ты хочешь это сделать? А, вот как. Сочувствую. Не будем тратить время. Нас ждет Кэл-Хирол, а порождение тьмы, брошенное без присмотра, занимается всякой ерундой. Я почти ничего не знаю о Кэл-Хироле, кроме того, что мне рассказали в Легионе. Это было важное место. Школа всей касты кузнецов. Когда крепость пала, с ней были потеряны и многие знания кузнецов. С тех пор ничего подобного Кэл-Хиролу гномы уже не строили. Это Юка. Он тяжело ранен. Сигрун. Да, это я. Лежи спокойно, не говори ничего. Нет. Я чувствую смерть. Это избавление радостно. Нет. У меня есть бинты, я помогу. Послушай, там матки. Они их плодят. Я видел целую армию. Надо их остановить. Но берегись детей. Это одержимые. Даже среди порождений тьмы. Какие? Какие дети? Чьи дети? Простите за все. Да примут тебя предки, брат. Надо закончить то, что начал Легион. Уничтожить маток вперед. До сих пор Легиону везло. Мы стали беспечны, самодовольны и бросились по той лестнице на штурм главного входа. Это был полный провал. Порождения тьмы поджидали нас. Они использовали оборонительные сооружения в тайге. И не только. Древнее творение гномьего разума теперь в лапах тварей, которых оно должно было убивать. Надо сделать выводы из ошибки Легиона. Не ходить через главный вход. В большинстве старинных гномьих крепостей были потайные входы. Надо просто найти такой вход. Потайные двери. Очень полезно, когда надо улизнуть потихоньку от жены. Я никогда раньше ничего такого не видела. Говорят, что память камня вечна. Может быть, это оно и есть? Вас смахивали, как смахивают пыль. А теперь вы единственный заслон, что стоит между ними и тварями. Между порождениями тьмы и нашей империи. Покажите им, что вы не пустое место. Покажите, что вы достойны зваться воинами. Пусть камень дрожит от грома ваших шагов. Бой! Ушли. Все ушли. Бросили тейк. Надо их догнать. Я не хочу тут сидеть и ждать. Орки беспредны. Бейте чувака. Ну же, кончимся.
будет сделано. Брось! Пора принять смерть, иначе. Сейчас ты погибнешь. Хвала Создателю! Как я рад увидеть хоть кого-то, кроме этих чудовищ! Пожалуйста, ради Создателя, выпустите меня! Я больше ни минуты не выдержу с этими тварями! Конечно, о порождениях тьмы! Ты что, здесь еще кого-нибудь видишь? Ха! Тогда почему они тебя не пришибли? И, кстати, а что ты здесь делаешь? В наше время никто не знает, чего ждать от порождений тьмы. Мою сестру они тоже не убили. Я слышал, как Колберт говорил о щели, и подумал, что могу проникнуть в тыл порождения тьмы и поискать сокровища. И я нашел кое-что. Здесь, пока порождения тьмы меня не поймали. Ах ты вор! Эта вещь принадлежит гномьему народу. Они же ушли отсюда и не защищали ее. Это не воровство, если они ее бросили. Можете взять это, только выпустите. Мне это больше не нужно. От него одни неприятности. Я не знаю, но выглядит ценным. У меня нюх на такие вещи, уж поверьте. Вот, все, что я хочу, это выйти отсюда. Спасибо. Жизнь мне дороже этой штуковины. Вот, держите. Спасибо. Тысячу раз спасибо. Это наковальня должно быть ужасно старая. В наше время их делают совсем по-другому. Бранка мне это однажды объясняла, но будь я дохлым нагом, если помню, что говорила эта чокнутая гарпия. Слушай, я знаю, что ее больше нет. Знаю, понятно? Только иногда мне... пропади оно все пропадом. Ага, есть. Хитрющий точно наг. Только Фельзи забрала сорванца и ушла, куда глаза глядят. Ну и правильно, я бы им только жизнь испортил. Только глянь на меня, скулю точно слепой щенок в корзинке. Пойдем-ка перемелим в фарш парочку порождений тьмы. Архитектор посылает других, а сам не является. Он трус! Я убью тебя! А он узнает, что ему не удалось погубить потерянного! Он узнает, что матушка разорвет его в клочья! Кого там принесло? Я чую тебя, но ты не порождение тьмы. Что за гадость он затевает? Ты издохнешь, как все подпевалы архитектора. Такова воля матушки. Я не знаю.
верно охранял маток. Сейчас мы сможем разом покончить с ними и с замыслами порождений тьмы, что бы они там ни затеяли. Мы победили. Если бы остальные легионеры были живы, я знаю, они бы тебя наградили. Я всегда мечтала от них избавиться, а теперь я одна одинёшенька. И хочется, чтобы они вернулись. Глупо, правда? Вот что любопытно. Похоже, мы угодили между двумя враждебными отрядами порождений тьмы. Никогда о таком не слышала. Порождения тьмы по природе своей злобны и вечно дерутся друг с другом. Но чтобы дрались два организованных отряда, это совсем другое дело. Отлично. Значит, я не одна такая. Что-то изменилось в порождениях тьмы, и мне это совсем не нравится. Есть над чем подумать. Особенно, когда так нужны напоминания о неотвратимом роке за каждым углом. О, наверное, сгину в недрах глубинных троп, и никто меня больше не увидит. Одно хорошо на глубинных тропах. Всегда хватает порождений тьмы для доброй драки. Пойти с тобой? Но это против моего обета, и я собиралась исчезнуть в глубинах, неоплаканная и забытая. Стать серым стражем? А это разрешено? Можно быть одновременно и легионером, и серым стражем? И я буду убивать еще больше порождений тьмы, да? Ха! Кто от такого откажется? Я пойду за тобой. Ты вроде неплохая девчонка, да и вдвоем легче, чем одной. Тогда пошли, нас ждут порождения тьмы. Кал Хирол потерян? Потерян! Потерян! Мать, не волнуйся. Успокоиться. И я была спокойна. Мать слушала прекрасный зов. Он вокруг нее и в ней. И она была спокойна. Но теперь мне покоя нет. Отец отнял зов, а теперь отнимает Кал Хирол. Бедные мои детеныши в Кал Хироле. Отец знал, что я пошлю их к нему. Отец боялся. Кал Хирол потерян, но у матери остались ее уловки. Много, много уловок. Но что же сделает мать? Что сделает? Посмеется! А потом будет ждать. Слава Создателю, что вы прибыли. Тут все летит кувырком. У меня сын голодает. Откройте амбары. Накорми свой народ. Боюсь, это часть заговора против вас и стражей. Готов съесть сапоги, если простолюдины восстали сами по себе. Может, скажете пару слов? Успокойте их. Заставьте их услышать голос разума. Вэрл, нечего нянчиться с бунтарями. Мятеж следует пресечь. Я только жду приказа. Мы не... Пусть командор говорит! Но нам надо есть! Мы... Тихо! Думаешь, мы поверим пустым? Солдаты командора охраняют мой дом! Этого для меня достаточно! Но... Думаю, на сей раз с бунтом покончено. Но смотрите, толпе дай палец, она откусит всю руку. Не понимаю, как вам это удалось. Ребята, отбой! Прежде чем начался этот, к
Кавардак, кое-кто из знати просил вашей аудиенции. Я буду в крепости. Леди Эсмерель, командор, что за срочное дело? Я пришла сюда ради доброго Эрла. Доброго Эрла, которого ты убила. Вы до сих пор верны Эрлу Хоу? Рэндон был добр к нам и ко мне. И теперь его гибель наконец-то будет отомщена. Стража из башни бдения! О, доберусь я до тебя! Сначала бунт, теперь это проклятие. Вайрала подстрелили. Ранение скользящее, он выживет. Вайрал прошел не одну войну. Кровь Андрасте — это же Бан Эсмерель. Я подвел вас, командор. Больше такого не повторится. Я отрежу надежных людей разобраться с этим делом. Какое-то время эту историю удастся сохранить в тайне. У людей и без того много поводов для паники, командор. Ты ведь не ради меня пришла? Это просто царапина. Оу, мне льстит такое отношение, но любой знахарь скажет, что все не так страшно, как кажется. Командор, раз-два, и я снова буду драть глотку, как новенький. Скоро буду, как новенький. Я все подготовлю. Отныне и впредь ты серый страж, Сигрун. Да будет так. Хороший выбор, командор. Она вот-вот очнется. На поверхности с порождениями тьмы драться легче. В ясный день их видно за несколько лиг. Я как-то слышала об одной штучке. Как же она называется? Вроде бы подзорная труба. Мой друг Варлан рассказывал, что если враги далеко, в нее их все равно видишь, словно они рядом. Это правда? По-моему, просто магия какая-то. Они, наверное, умнее всех в Тедосе. На глубинных тропах порождения тьмы выскакивают словно из ниоткуда. Труба, говорят, от этого помогает. Надо хоть разочек поглядеть, пока я на поверхности. Точь-точь, как Варлан рассказывал. Только блестит еще ярче. Можно я возьму ее? Я не должна, знаю. В Легионе нельзя иметь личных вещей. Как скажешь. Спасибо, спасибо. Ух ты! Никогда в жизни столько книг не видела. А это не варский роман. Пикантный, судя по картинкам. А что такое антиванский молочный сэндвич? Ой, кажется, поняла. Лучше положу обратно. Я вообще только одну книгу прочла. Меня читать Варлан научил, друг мой по Легиону. У него она одна и была. А теперь вот его нет. Он был из знати, из дома Волной. Я так и не узнала, почему он угодил в Легион. Он не сказал. Смерть косила моих друзей. Я знала, что он тоже погибнет. И старалась сберечь и его, и свою жизнь. Варлан... Он искренне принимал философию Легиона. Ну, что мы уже мертвы. А я не могла смириться. Спасибо. Я думаю. Ох, надо браться за дело. А то доберутся до меня порождения тьмы. А я еще не все прочитала. О, вернулись проведать старину Дворкина? Так точно, командор. Волдрик, поди сюда. Ну и дела. Надо отправить это домой, братец.
Орзамар должен знать, каким славным был последний час неприкасаемых гномов Келхирола. Неприкасаемые с оружием? Ох, такое до добра не доведет. Эти неприкасаемые герои. Так следует записать у хранителей. Спасибо, командор. Мы позаботимся, чтобы это попало в нужные руки. Я знал, что ты пробьешься сюда. Ты уже продала ту штуку, что я тебе дал? Она так себе, но надеюсь, тебе заплатят хорошую цену. Я? Нет, я в полном порядке. Ты же не думаешь, может, я пойду? О, кого я вижу? Ну и как оно там? Порождение тьмы кишмя кишат? Слава Создателю, а то Мика отсюда шаг ступить боится с тех пор, как эту штуку потерял. Простите, не хожу никуда без счастливого копытца. Спасибо, что нашли. А теперь мы пойдем, пока порождения не нагрянули. Всего хорошего. Пальцы чешутся. Столько всего блестящего. Не бойся, не стяну ничего. Так просто. Припомнилось. Когда ты неприкасаемый и растешь в пыльном городе, то таскаешь все, что плохо лежит. Но все равно это меня не оправдывает. Я была воровкой, лживой, гнилой тряпкой. Пойдем-ка отсюда, пока искушение невелико. А то ведь я не железная. Ой, простите, я... Ах ты, подлая, неблагодарная тряпка! Это было в прошлом, не думаю... Я Миша. Была торговкой, пока вот она меня не разорила. Я у нее на побегушках была. Пыталась этой тряпке жизнь облегчить. Думала, хорошее дело делаю. А потом слышу, у Бемет золотая статуэтка совершенного пропала. На завтра, бац, она у меня в лавке. Я не хотела, но Бират пригрозил убить вас, если я откажусь. Ему нужно было избавиться от нее. Дом Бемет мог бы потребовать меня казнить. Тебе бы пришлось сказать правду. И тогда Бират убил бы меня. Миша, я теперь в Легионе Мертвых и скоро погибну на глубинных тропах. Так, я тут несу шкуры кожевнику. Надо же как-то кормиться. Брысь с дороги, клеймённая. Что было, то было. Надо идти. Вряд ли я когда-нибудь снова увижу Мишу. Она в изгнании, а я в Легионе. Должно быть, предки решили, что будет забавно, если на меня наорут на улице. Ага, как в тот раз, когда я ловила Нага и шлепнулась в помойную яму. В пыльном городе еда ценилась дороже гордости. Как-то раз Миша поймала меня, когда я украла окорочок Нага. Вместо того, чтобы пожаловаться лавочнику, она заплатила за меня. «Неприкасаемый», — говорила она, — «становятся преступниками от безысходности. И если уж она может помочь хоть одной неприкасаемой девушке...» А я оказалась дрянью, как все и считали. В Легионе народ меняется. Кто-то становится лучше, кто-то хуже, но меняются все. Теперь, потеряв многих друзей, я знаю, что дружбой нельзя разбрасываться. А может, удастся хоть что-то исправить? Миша говорила про кожевника. Можно сходить, поговорить. Спасибо. Ладно, мне надо отдохнуть. Впереди тяжелые дни.